Представители национального корпуса продолжают блокировать работу Сбербанка в Харькове. Хотя кирпичные блоки у входа убрали, отделение так и не открылось. Радикалы продолжают настаивать, что акция эта бессрочная, и они не уйдут, пока банк российского происхождения не закроется. Все подробности расскажет Светлана Шекера. Под яркими граффити на стенах Сбербанка молодежь греется на солнышке. Развалились в креслах, слушают музыку. Банк блокируют. Вчера полиции вместе с Нацгвардией пришлось силой оттеснять молодых людей, чтобы убрать кирпичи, которыми представители национального корпуса заложили вход в финучреждение. Сегодня их лидер Белецкий объясняет. Оказывается, этой стеной его люди хотели отгородиться от российских денег. Вони будували стіну, яка відгороджувала цей банк фактично від цієї вулиці і від українського міста Харків. После вчерашних потасовок в больницу попали двое протестующих и двое полицейских. Один пострадал от слезоточивого газа, во второго швырнули булыжником. Правоохранителей уже выписали. Один из протестующих сегодня опять у Сбербанка. В нацкорпусе говорят, обещать, что акция будет мирной, не могут. Готовьтесь во всех отношениях. Если надо драться, если надо стоять до последнего, но задачу свою выполнить. Им в этой стране не место. Полицейские, которые следят за порядком, держат в руках каски на всякий случай и готовятся к возможным провокациям радикалов. Из розрахунку того, сколько находится участников, сколько находится співробітників полиции, и зрозуміло, если участники акции находятся тут цілодобово, то и співробітники тоже должны тут находиться цілодобово, чтобы не было порушень ни с их стороны публичного порядка. После вчерашних столкновений в полиции начали уголовное производство сразу по двум статьям – противодействие законной хозяйственной деятельности и насилие относительно работника правоохранительного органа. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал «Интер Харьков».